Всем привет, друзья! Чуть ли не первый раз я попадаю сюда днем. И вот такие у меня дела, ребят. Отвезли сегодня жилку белую. Осталась здесь черненькая. И Боня, само собой. Сейчас уже время после обеда, утром их никто не кормил. И кормил специально, чтобы как-нибудь белую затащить или заманить в ящик. В общем, отвезли более-менее без происшествий. Пыталась там пару раз через верх выпрямить, уже как будто забрать, усилю ящик. Ну а этим сейчас дам по кружечке. Пускай поклюют. Вот такие вот дела. Боня уже позатирала он сарай. Было убрано чисто и красиво. Но ничего не поделаешь. Вот так вот. Была вчера генеральная уборочка, чистка. Так что, в принципе, здесь чистенько. Вот. Свинки соображают, сюда ходят, там спят. Сейчас водички им налью. Ведра меньше не нашел. Ну, вот, да. В принципе, сильно кормить не надо. Во-первых, то, что раз пропустили, не смертельно. Во-вторых, будет еще ж и вечернее кормление, поэтому... Это, я думаю, не страшно. Надо себе где-то хоть как-нибудь попробовать высчитать, если она супостна, когда я приблизительно поросится. Но, ребят, разнос будет в дате, в месяц. Это, конечно, очень нехорошо. И никак же не определить. Мне сразу сказали, куда я возил, что следить не будет, когда там покроет. Но цикл прошел. То есть, если она вступала в охоту, то должна быть покрыта. Она такая сейчас беленькая. Ну, ничего. А эту, ребят, что-то белая лучше набирает вес, это похуже. Забыл купить лекарство от глистов. Хочу проглистовать ее. Пока беленькой нету. Мы договорились, она там побудет 3 недели. То есть цикл вступления в охоту. А эту пока можно будет проглистовать. Потому что вместе их уже глистовать нельзя будет. Поскольку та должна быть супоросной. А эту можем. Вчера буквально убирал, и вы уже видите, немножко, конечно, грязновато. Почему не снимаю днем? Сейчас занимаюсь огородными делами. Там. Садим. Я купил много кукурузы, больше, не знаю, больше 10 соток посажу кукурузы. Купил буряка. Ну, или как там, редьки. В общем, посажу кукурузы и буряка много, потому что если будут поросята, у нас идет война, военное время, я не знаю, как они будут реализовываться, мне много не надо. То есть, скорее всего, если они останутся все у меня, и дай бог, поросятся две свинки, то придется как-то их кормить. Зерна сейчас сильно не накупишь, потому что цена космос. Поэтому то, что есть, то и есть. Будем пытаться кормить как-то с огорода. Ну а убираться, скажу сразу, будут
таком небольшом весе, может 20-30 килограмм, будем смотреть. То есть, если ничего не удастся реализовать по поросятам, будут убираться. Потому что если все хорошо, то это должно быть больше 20 поросят, то куда их? Больше, наверное, пока свинок снимать не буду, ребят. Беленька уехала, и до ее возвращения, я думаю, нечего и показывать. У них сейчас ничего не происходит, едят, спят, да и все. Прогулки каждодневные, когда я приезжаю, ну а так сидят. Люцерну уже ту, что сосед отдал, съели, так что пока без своей, свою начнем косить где-то через недельку. Пока побудут без травы. Да, Боня. Боня, ты лысая. У Бони позаживала, вот была царапина такая серьезная. Ну, все нормально. До свадьбы заживет. А если свадьба была, то уже до опороса, да? Да, я тебе покажу. Не влазит вся камера. Так что такие дела. Посадим кукурузу. Взял еще один огород. Распахали. Будем так пытаться еще. То, кстати, ребят, какой сорт кукурузы садят у нас в Украине. Купил Любаву, еще каких-то два вида. В общем, посмотрю, я палочки поставил, какая будет лучше. Это гибридные какие-то сорта кормовой кукурузы. Ну, посмотрим. Сейчас пойду еще рядков 5-10 посажу. Вернусь опять. И свинки погуляют, пока я поуправляюсь во дворе. И, ребят, еще никак не досниму оконцовку ролика, где я делал вот эти два загона и Бонин загон. Как это все доделаю, а в чем оконцовка, не сделал канализацию, хочу здесь канализацию. Видите, это здесь все течет, пол у меня бетонная стяжка и вытекает с сарая. А это нехорошо, вот тут где-то надо пробить дырку, в общем, сделать какое-то канализационное отверстие. Ну, это все потом. Займемся, но потом. Так, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.